На встрече с представителями СМИ региона глава Роспотребнадзора по Курганской области рассказала решение задач обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках национального проекта «Здоровье». В 2011 году удалось своевременно провести вакцинацию против гриппа, продолжается иммунизация взрослых против гепатита Б и других заболеваний. Результат в области эпидемии нет. Сейчас очень напряженная обстановка по заболеваемости кори. В Европейском регионе на территории Российской Федерации уже более 600 случаев заболеваний. На территории Курганской области на сегодняшний момент заболеваемость кори не зарегистрирована. На встрече была затронута тема качества питьевого водоснабжения, проведения летней оздоровительной кампании, проблема хранения и удаления отходов производства и потребления. За прошлый год Роспотребнадзор провел почти 9 тысяч проб пищевых продуктов. Некачественными оказались около 5% из них. Количество обращений граждан в 2011 году возросло на треть по сравнению с прошлым. Большая часть из них приходится на нарушение прав потребителей в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг. У нас в этом году порядка 252 исковых заявлений было подготовлено в защиту конкретных потребителей, в защиту неопределенного круга потребителей. Конечным результатом стало то, что потребителям было возвращено порядка 2,6 миллионов рублей. Основная задача на 2012 год – стабилизация инфекционной и паразитарной заболеваемости, предоставление услуг в электронном виде, совершенствование контроля в области защиты прав потребителей, резюмировал главный санитарный врач региона. Константин Пчаков, Юлия Третьякова, Денис Мазин, Сергей Абалмасов, телекомпания «Регион-45».